Скажите, пожалуйста, по итогам сезона, 11 место, какие эмоции, несмотря на вот ту вторую половину сезона, которая была у клуба? Ну, эмоции положительные. Остались без стыков, это самое главное. Вот, то, что работы перед этой игрой много было. Как бы и ребят немножко раскрепостить, потому что они чувствовали ответственность перед собой. Вот, и перед болельщиками мы все чувствовали ответственность, потому что я думаю, что Воронеж этого не думал, уверен. И болельщики они заслужили, что в следующий год «Факел» будет играть в Премьер-лиге. Юрьевич, добрый вечер, с победой. Чудинов Андрей, еженедельник игрок. Вы пришли в концовке, как в прошлом году, Вадим Валентинович, ну и спасли «Факел», да, там было все сложно. Не опасаетесь ли вы, что амплуа тренера-спасителя за вами закрепится? Спасителя? Нет. За это я не переживаю, потому что и в других командах были результаты. Поэтому к этому спокойно отношусь. И еще такой вопрос. Травмы по ходу игры получили Игорь Юрганов и Ираклий Кюкискири. Если можете сказать, что с игроками? Не, пока сказать ничего не могу по этому поводу. Потому что это вопрос докторам. То, что они травмы получили, потому что они отдавались на 150%. Не только эти футболисты, которые получили травму, а вся команда. Поэтому это их заслуга. Мне это заслужили. Долгое время «Факел» не забивал именно с игры своим соперникам. Наконец-то это удалось спустя долгое время в столь важный момент. Какие ключи были найдены к футбольному клубу «Ахмат», которые позволили распечатать ворота противника в этой игре? Исполнительское мастерство футболистов. Спасибо, коллега. Пожалуйста, ваш вопрос. Игорь Геннадьевич, с победой. Долгожданный, важный. Всегда в таких турнирных раскладах интересно, игроки знали события параллельных матчей, которые зависят от судьбы клуба, или не информировали? Ну, я футболистов телефона не видел на поле. Телефонов, как они могут. Я же сказал перед игрой, что неплохо смотреть не будет. Ваш вопрос, пожалуйста. ХЗ Рапаев, по игровым каким-то своим... По травме. Я просто об этом не говорил. Вот, которая, может, он даже, по идее, не должен был заявки быть.